Hello. Желаю успеха тебе, Макс Вехов. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Metal Forum для настоящих металлистов, аудиофилов и т.д. и т.п. Вот. Купил вот себе у Джон До фирменный диск. Мне два альбома нравятся. Вот. Icon Paradise Lost. Группа Paradise Lost, альбом Icon, да, классный такой, шедевральный альбомчик, одни хиты. Вот у меня есть этот самый, теперь, Джон До молодец, у него все диски идеальные, в хорошем состоянии, не то, что у других там, купишь, блин, а там, блин, то коробка убитая, то диск какой-то странный, ничего об этом не сказано. О, смотри, какая тут полиграфия, ни хрена себе, глянь, а. Музыка тут классная, тексты, конечно, ну, христианские там, все такое, ля-ля-ля. Да, все знают, что эту группу в Норвегии там автобусы жгли, там колеса протыкали. Ну, делаешь не в этом. Главное, музыка классная у них. Ну, мне только два альбома нравятся. Shadows of God и вот этот. И вот этот. Icon. Икона, бля. Все, остальные альбомы мне безразличны. Совершенно не интересны. Вот, сейчас покажу Shadows of God. Я уже давно у него купил этот альбом. Вот он тоже в идеальном состоянии. Тоже фирменный диск. Так что теперь у меня есть коллекция Paradise Lost. Shadows of God, да. О. Ну все. У меня никто ничего не покупает сейчас. Мне как-то похуй. Я в другом месте нашел источники, где продавать. Так что... Это такое дело. Все, всем пока-пока.